задача, она основана на использовании вот этого движения, скручивания, раскручивания корпуса. Мы, допустим, крутанули корпусом, да, и шашка он пошла, и только удержать можно, да, улетает. И вот все наши элементы, которые мы демонстрируем, да, они все видят, все на движение корпуса. Рука, девочки, аккуратно. Да, рука только сопровождает шашку. Мощнейшие удары, очень быстрая скорость. Я вам не повторю, потому что скорость, она просто летает до невидимости. Но энергии практически не тратишь. Наши предки вели бой в течение многих часов. И вот эта система, которая сейчас утеряна, ею владеет очень мало. Кто? Да, мало. Народу владеет этой системой. И мы ее воссоздаем, переписываемся всей страной, ищем элементы. У нас 114 элементов уже. 114, а вот те, кто вот показывает, да, вот нас там по телевизору, да, крутку, да, и там планировку называем, это какое-то наносное, это оно не относится к крутке. У них там 2-3 элемента. Вот они крутят эти 2-3 элемента, и все. Дело в том, что любой опытный боец, любой опытный, видя, как человек какие элементы делает, он всегда его просчитает и срубит тот момент, когда он это даже не заметит. Вот. А когда вот мы элементы, да, у нас музыка, да, 7 нот, мелодии немереное количество. И также у нас 114 элементов, если их все время повторять в разной последовательности, получается непередаваемый рисунок. Никогда противником не просчитывается. Этим наши предки отличались. И это вот мы сейчас воссоздаем. Покажите, покажите седьмой элемент. Вот, да, шашки, это вот сделано по заказу. Это шашка кавказского типа гурда называется, да, типа гурда. Ее воспел Лермонтов и Толстой. Вот вы когда делали декорацию, и делал меч, который Путин вручал Ким Чен Ыну. Делаем шашку, делаем. Покажите некоторые движения. Некоторые элементы покажите. Ну, вот, они же все простые. У нас восьмерки. Да, вот восьмерка. Вот она, восьмерка. Восьмерка. Вот, вертикальная восьмерка. Вот она. Может быть, нижняя восьмерка. Тоже делают перехваты. Да, вот они перехваты. По-разному. Самые разные, да? Обкатки. Обкатка руки. Обкатка корпуса. Обкатка бедра. Вот элементы. Там вот сколько угодно. Там вот только перехват в одну руку, в другую, протяжки и так далее. Много элементов. У нас, говорю, 114 элементов. И их передавать получается непередаваемый рисунок. Да, еще есть промежаток, вот кинжалы. Кинжалы у нас вот эти северокавказского типа. Вот. Три казачьи. Казачьи, каковы? Судей, то самое. Голова, плечи. Ну вот. Дело в том, что у нас на Руси никогда не наносили колющий удар. Колющий удар считался подвиг. Потому что после него, после колющего удара. Ну вот эти, так, кинжалы, это у меня такой-то вот самый ценный, да, вот это делал мне кузнец Северного Кавказа, лучший кузнец. Видно, что самый твердый металл, вот он как раз на острие. Долго делал. Он сделал всего таких 21 кинжал, у меня номер 4. Вот он тоже. Вот такой, ну, он острый подойдет.